Доброе время. Предлагаю вашему вниманию новое видео 2016 года, лето, по маршруту Москва-Новосибирск, который пройдет по городам Рязань, Пенза, набережные Челны, Уфа, Челябинск, Курган, Ишим, Омск и финиширую в Новосибирске. Во время движения постараюсь протестировать различные навигационные системы, которые я скачал с Play Market. Их порядка 4 или 5, сейчас точно не помню. А также электронные карты. Сравнить, насколько они эффективны и полезны в таких маршрутах по России, как, например, выполняю я. Основной навигационной системой буду пользоваться, это Navitel и iGo Prima. Они как бы будут контролировать и дублировать тестируемые системы навигации. Из Москвы стартую по навигационной системе Яндекс.Навигатор, который проложил мне маршрут не через Люберцы, а в объезд пробок через Домодедово. Меня это порадовало, честно говоря. Я представлял, что в Люберцах придется в этих пробках стоять, но Яндекс.Навигатор выручил. Во время движения отдельно на диктофон записывал комментарии о трассе, о инфраструктуре, ну и так далее. Постараюсь, насколько это максимально будет возможно, привязать аудио к реальной картинке. Ну, расхождение может быть там минута, может быть чуть побольше или поменьше. Но, по крайней мере, постараюсь это быть более реалистичным, видео сделать более реалистичным.
We'll be right back.
немного расскажу о системе навигации Яндекс.Опта. Яндекс.Навигатор. Что отображается на экране? Вверху надпись, значит, рекомендация движения, написано: продолжайте двигаться по М5 через 342 километра круговое движение, трасса Е30. Так, кроме этого, с правой стороны на дисплее значок лупа, нажав на которую тут выпадает сразу несколько окон: АЗС, рестораны, продуктовые магазины, кофейни. И, значит, вверху надпись: искать вдоль маршрута. То есть нажав, например, на АЗС, соответственно, на маршруте будут высвечиваться места заправок, или магазины, или рестораны, и так далее. Так. Еще один экран. Динамик. Значит, отключить звук, добавить громкость автоматически и так далее. И значок компас, который развернет вам направление движения на север или на юг, или полностью его отключен. Значит, я выбрал ближайший город, на который будем двигаться, Самара, и мне вот навигатор, Яндекс.Навигатор подсказывает, что до Самары 939 километров, время движения в пути, ну, с той скоростью, с которой двигаюсь я, 12 часов 36 минут. Ну, естественно, в Самару я не поеду сегодня. Вот. Поедем километров, дай бог, 500. Продолжим ремонт, установка на настройка рампы. Обновление карт в навигаторах и их ремонт. Подготовили администраторы, глушилки ГПС, автоматные аксессуары. Также в наличии вот предметы и шторы для изобилия грузовиков. Мы находимся рядом с кафе у Виктора, 110 километр трассы «Ответ» из Москвы. Факт. На трассе до Самары, естественно, сегодня не поеду. Поеду там 400-600 километров. Постараюсь, по крайней мере, как дорога пойдет. Переночую и дальше. Видно на экране или нет, парашютисты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек. Слева по ходу. Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.
We'll be right back.
Lovely.
приобретать человеческий вид. Нормальный человеческий. Полотно положили, маркировки пока нет. Кстати, если обратили внимание, от Москвы до Рязани довольно-таки хорошее полотно дороги, развитая структура дорожная, заправки, отели, стоянки. Люди продают клубнику, другую продукцию, мед. Все стоит. Кажется, поехали. Надалеко ли? Смотрел на навигаторе, там вроде бы значок ДТП стоит. Так, ремонт дороги. Светофоры, наверное. Да, светофорами регулируют. Встречная пробочка тоже не мелкая. Не умеют дорожники организовать работы так, чтобы не мешать водителям. Обязательно нужно перекрыть и пущать. Откуда стоим на Москву?
Ой, блин, вот три ряда становится, чтобы поворачивать, блядь. Совсем не думает о том, что мешают. Что интересно, смотришь на таких, которые перекрывают движение своим тупым поведением, поступком. Вот. Такие лица интересные. Поехали в Рязань. Дорога вроде бы с Рязанью нормальная, но вот эта тряска, заплатка на заплатке. Ехать-то без проблем можно. Маркировка дороги за Рязанью вроде бы нормальная. Но трясет, потому что щели, видать, заливали чем-то битком, как-то ремонтировали. Так, нам не потерять времени. Через 15 минут менять карту. Поменял карту, купил огурчиков молоденьких, килограмм 100 рублей. Огурцы сладкие, очень вкусные.
недалеко река Роня.